каждом вузе обязательно есть профессор, о котором уважительно говорят – тот самый. В БГТУ имени Шухова такой человек – Валерий Станиславович Лисовик. Да-да, тот самый Лисовик, который в 70-е годы по окончанию МГУ имени Ломоносова молодым специалистом начал преподавательскую карьеру в Белгородском технологическом институте строительных материалов и прошел путь от аспиранта до первого проректора технологического университета, став одним из ученых мировой величины в области строительного материаловедения. В чем секрет отточенной интуиции, подпитанной яркой творческой мыслью и фанатичной преданностью своему делу? Этот вопрос возникает, когда знакомишься с биографией юбиляра. И вот тут начинаешь остро осознавать, что именно благодаря Валерию Станиславовичу в БГТУ имени Шухова была создана мощная научная школа в области строительного материаловедения, что под его руководством были проведены фундаментальные исследования и разработаны методологические основы использования энергосберегающего сырья, эффективные технологии производства строительных материалов, предложена генетическая классификация пород как сырья для производства стройматериалов и методы снижения энергоемкости, используемых при этом технологически. Процессов. Свой потенциал в качестве ученого Валерий Станиславович продемонстрировал еще в начале 70-х годов, когда молодой ученый дал прогноз на наличие кремнистых пород и песков как сырья для производства строительных материалов в геологических пластах Белгородской области. В 80-е были отмечены комплексным освоением минеральных ресурсов Курской магнитной аномалии, исследование Лебединского месторождения, разработка основы для утверждения государственной комиссии запасов скальных горных пород нескольких ГОКов. К этому моменту Валерий Станиславович уже достиг статуса известного ученого-практика. В 90-е годы профессор Лисовик вплотную занялся исследованием и разработкой технологии композиционных вяжущих, обогативших принципы цементосбережения и ставших основой для получения целой гаммы мелкозернистых бетонов и фибробетонов нового поколения. А уже в 2000-е годы Валерий Станиславович сформулировал теоретические основы нового научного направления развития современной науки – геоники. Цель геоники – разработка общих принципов управления развитием объектов неорганического мира. Такой трансдисциплинарный подход зародился у человека, мыслящего глобальными категориями, вне временных и географических рамок. Его многочисленные ученики развивают фундаментальные направления и продолжают традиции кафедры. Опыт, полученный в процессе подготовки, позволяет выпускникам занимать руководящие посты на предприятиях, возглавлять структурные подразделения университетов, а также работать на пике науки. Профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, обладатель высшей степени Института инженеров-строителей Великобритании, лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» – это только часть научных и педагогических заслуг и наград профессора Белгородского государственно-технологического университета имени Шухова Лисовика. Со знаменательным юбилеем вас, Валерий Станиславович!